Глава Уссурийска со специалистами осматривает ремонтные объекты. Для округа этот сезон особенный. Практически во всех микрорайонах идут работы. Это и обустройство территорий по краевой программе «Тысяча дворов», и серьезные преобразования городских улиц, а также асфальтирование междворовых проездов. Финансирование 100 дворов Уссурийска идет из краевого и местного бюджета. После того, как дворовая территория принята, подрядчики приносят нам документы на оплату, мы их проверяем, направляем в край. Край смотрит правильность составления документов и после этого финансирует нас, а мы уже переводим денежные средства на управляющие организации, которые несут ответственность за дворы после ремонта и по договору дают несколько лет гарантии. Энгельса 61А тоже попала в программу. Здесь преобразование в самом разгаре. Жители довольны. Но есть в этом районе и более серьезная проблема – отсутствие тротуаров. Смотрите, улица у нас загружена. Вся улица, частный сектор, дети все идут в школу. По улице пройти невозможно. Думаешь, там тротуар отсутствует. Это ставит, да? Это сотрудники второго следственного изолятора. Проблему действительно нужно решать. Специалисты дорожного отдела получают на месте задание. Комиссия движется дальше к центру города. Новая остановка по пути. Здесь же вопрос к уборке улиц, за которыми закреплены подрядные организации с обязательством регулярно выполнять свою работу. Своими руками будете убирать мусор, тот, который обязан убирать за деньги подрядчик. Еду сейчас по клумбам, там куча какая-то лежит земли, уже заросшая травой. Что такое? Замечания вызывают и проезды между домами. В этом году их делают, но попадаются те, что в план не попали. В этих местах проводить хотя бы ямочный ремонт, дает указание глава округа. В целом же ремонтные бригады идут по графику и укладываются в сроки. В этом году решено завершить все раньше, чем в предыдущие сезоны, чтобы не застать традиционных тайфунов. Многие объекты должны быть сданы и уже идет к окончанию работ. Это и дворы, это и скверы, это и дороги, и в селах, и в городе. Везде проезжали, смотрели. В принципе, все нравится. Я думаю, что все подрядчики успеют вовремя, как у нас по дорожной карте, все сделать. Такие выезды градоначальник проводит регулярно. В следующий раз комиссия отправится с проверкой по скверам, в этом году которых обустраивают два – на Ленинградской и Воздвиженке. В обоих работы близятся к финалу. Виктория Калинина, Ольга Муравьева, Алексей Шиповалов. Телемикс.